Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами на разборе PS One. Один мой хороший друг попросил меня разобрать эту консоль, ну и заодно показать, как можно вынуть из нее лазер, произвести замену точнее. Гоша, тебе большой привет! Давайте поехали! Для разбора нам понадобится вот такая маленькая крестовая отверточка. Здесь, соответственно, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, соответственно, болтов. Вот здесь вот под пломбой. Сейчас покажу. Вот здесь вот под пломбой, соответственно, есть скрытый болт. Пломбу здесь аккуратно скрыть не получится, поэтому просто нащупываем пальцем углубление и делаем вот такую дырку отверточкой, соответственно. Вот, что тут у нас за модель, давайте посмотрим. Это 102 модель PS One. Так, PAL регион. В принципе, как таковых различий в разных ревизиях нет этих консолей PS One. Но у меня есть другая консоль. Вот. Тоже написано, что PAL, та же модель 102, но отличия в них принципиальные есть. Сверху здесь никаких отличий у них нет. То же самое все абсолютно. Вот, но снизу разница есть. Здесь обратите внимание, ножки — это, конечно, мой тюнинг. Это не родные ножки, мне просто нравятся. Они повыше. Ну и в тон как раз от PS One идут прям такие красивые. Вот, обратите внимание, вот здесь вот ножки, они, вот это углубление, оно прямо здесь глубокое. Можно сюда поставить ножки спокойно, любые. Вот. А вот на этой модели ситуация с ножками другая. Несмотря на то, что это та же 102 модель, ножки, соответственно, здесь другие. Вот, они здесь не на полную окружность идут, а такие углубленные, маленькие, небольшие. Вот как бы основные отличия в этих ревизиях. Вот, ну разбирать мы с вами будем именно вот эту. Сейчас я все болты откручу. Итак, готово, ребят. Консоль, соответственно, все болты повынимал. Погода, надо сказать, сейчас отличная за окном. Утро, птички поют. И очень приятно снимать для вас этот обзор. Ну и в том числе для тебя, Гош. Так, консоль, соответственно, мы сейчас с вами переворачиваем. Вот так вот. Крышку проверяем, диска нет? Нет. И аккуратненько вверх вот эту часть снимаем. Здесь у нас, соответственно, сразу посмотрим. Такие салазочки у нас тут под карты памяти. Ну, в принципе, здесь снимать ничего не надо. Ну, разве что... Вот если у вас кнопки вот эти загрязнились, и бывает так, что вот эта крышка не закрывается, вы ее закрываете, собственно, она, говоря, отбрасывается обратно. А происходит это из-за того, что вот в этой кнопочке, соответственно, там внутри много грязи и какого-нибудь там сала. Вот. Снимается она, эта кнопочка, очень легко. Вот здесь вот такая зажимка. И с вот этой стороны, сейчас покажу, с вот этой стороны тоже. С двух сторон аккуратненько вот так вот пальцами делаете, и она у вас, соответственно, вылезает. То же самое с этой кнопочкой. Вот, помыли кнопку с мылом, вставили обратно, крышка у вас будет закрываться идеально, никаких проблем не будет на консоли. Вот. Что мы здесь с вами видим? Довольно маленькая плата, значит, порты для джойстиков. Кнопка включения питания. Что тут еще? В принципе, больше ничего интересного пока здесь у нас с вами нет. Вот сам лазер, который мы сейчас покажем, как можно поменять. Вот, ну начнем с того, что надо отключить шлейф. Шлейф, вот он. Мы его сейчас аккуратненько ногтями подденем и снимем. Так, все, шлейф, соответственно, отсоединили. А вот здесь есть вот такой пластик.
Соответственно, мы за него пальцами берем и аккуратно на себя вверх тянем. Ну, чтобы это поудобнее было, лазер можно вот так немножко приподнять. Вот так его приподняли, в стороночку так отвели. И все, можем потихонечку начинать тянуть. Идет он туго, не пугайтесь. Вот и все. Вот наш с вами механизм снят. Давайте сразу посмотрим, что это за лазер у нас тут стоит. Здесь у нас с вами KSM-440BAM. Сразу могу сказать такой лайфхак. Есть, соответственно, модели Sony PlayStation FAT 1000 серии. 1001 и 1002 серии. Соответственно, вот этот лазер KSM-BAM, он спокойно может подойти от PS1 к этим моделям. Вот единственное отличие, чтобы он туда залез без всяких проблем, да, вы снимаете вот этот замечательный кожух серый, вот он здесь на двух болтах находится, снимаете его и вставляете родной кожух черный от 1000 серии. Тогда у вас лазерная голова встает на место. Вот, потому что родные лазеры от этих старых консолей практически уже не найти. А если найти, они стоят на порядок больше, чем вот, например, КСМ, чем, например, вот этот лазер бамовский. Как видите, у меня лазер оригинальный, новый. Кстати, хотите, я вас научу, как определять, какой лазер оригинальный, а какой нет. Все очень просто. На оригинальном лазерном механизме вот этот кожух, он такой, видите, весь шуршавенький. Прям видно, прям вот очень качественно сделан кожух. Вот. А на неоригинальных лазерных головах, которые сейчас современные китайские идут, в них пластик, соответственно, идет полированный. То есть он прям видно, что такой, ну, видно, что он другой. Вот по кожуху вы можете спокойно определить, какой у вас в руках лазер оригинальный или это подделка. Обязательно, раз уж вы разбираете консоль, вот здесь посмотрите в салазках, нет ли никаких волос, какой-нибудь там фигни, которая, в принципе, мешает ходу вашей голове. Продули, соответственно, вставили обратно. Бывает, соответственно, что вот голова у вас на лазере, шпиндель сам, да, он бывает поврежден. Видите, резинка уже видна вот здесь. Бывает полностью разбит шляп, соответственно, диски ваши либо работают плохо, либо вообще не крутятся, в принципе, да. Вот. Все это поправимо, ничего страшного в этом нет. Вот этот, соответственно, так называемый шпиндель, вот эта вот голова пластиковая, она легко меняется. Вот. Делается это из собственного опыта, скажу, каким образом, потому что если вы начнете, как я в свое время, вот вы поломаете не одну платформу. Первое, что нужно сделать, это, соответственно, снять вот эти болтики, вот, снять кожух, чтобы у вас был доступ к платформе. И аккуратненько, вот такими вот советскими ножницами берете, вот так вот их раскрываете. Аккуратненько вот так вот под низ подлазите, подлезли, соответственно, под платформу, немножко вот так прижали шпиндель и аккуратненько, стараясь держать ровное положение, поднимаете платформу вверх. Она идет очень туго, не пугайтесь, вы ничего не вырвете, но вот аккуратненько, не меняя положение, снимаете платформу. В этом случае она у вас снимется без всяких проблем. Надевается она просто, берете новую платформу и надеваете на лазер. Так, что у нас здесь еще имеется? Это у нас защитный кожух, который, ребята, если вы неправильно храните консоль, он у вас ржавеет. Вот, и выглядит это очень все некрасиво. Как видите, у меня с этим проблем нет. Все как новенькое. Сейчас мы его снимем. Постарайтесь, когда вы
залезаете в японские консоли вот, от фирмы Sony, особенно, да, вот этот блестящий металл, он очень здорово оставляет на себе отпечатки пальцев. И когда вы отпечаток пальца свой, например, где-то там, не знаю, оставили вот здесь, то через некоторое время у вас на этом месте как раз и начнет ржаветь ваше металлическое покрытие. То есть, если вы отпечаток пальца оставили, то лучше ватным каким-нибудь диском все это протереть, чтобы у вас не было подобных проблем. Кожух мы аккуратненько вот так снимаем. И видим нашу плату. Что, дорогие друзья, Sony PlayStation 2 FAT не все так просто. Да, вот PS1 может разобрать даже маленький ребенок. Посмотрим, какие у нас тут чипы есть. Ой. Samsung. Дайте-ка я приближу. Ага. Ага. Вот наш, кстати, чип, благодаря которому, собственно говоря, и запускаются пиратские диски на этой консоли. Как видно, распаян он довольно колхозно, но тем не менее консоль работает, чип, соответственно, работает как стелс, консоль запускается как обычно, без прерывания звука, то есть не видно, что на данном, значит, на данной консоли установлен пиратский мод. Вот, ну, давайте попробуем посмотреть, что там сзади. Вот так аккуратненько берем и снимаем. Все, плата у нас в руках. Вот здесь переворачиваем, смотрим. Вот такая у нас небольшая маленькая плата PS1. Многие любят эту консоль, потому что она у них была первая. PS FAT у них в свое время не было. Вот, но я человек, который имел в свое время именно FAT модель. Предпочитаю именно ее, потому что там все намного интереснее. Я как-нибудь ее вам открою, посмотрим вместе. Это произведение искусства. Я считаю, что Кен Кутараги там постарался как следует. Это гениальный инженер. Вот поэтому я люблю именно FAT-версию. Сзади у нас с вами, соответственно, осталась обычная тоже защита. Также она просто снимается. И у нас остается в руках задняя крышка. Как видите, консоль PS1 разбирается довольно просто. Проста, значит, в разборке и пользовании, как утюг советский. Так. Так, аккуратненько назад вставляем защитный кожух. Тоже у нас идет на место. Устанавливаем лазер. Подключаем питание. Еще один очень важный момент, ребят. Бывает так, что вы все установили, питание подключено, шлейф тоже стоит. Запускаете, значит, консоль, а диск у вас не работает. Либо не читает, либо не крутит. Это бывает потому, что вот здесь вот не всегда вы точно попадаете шлейфом.
лечится это очень просто. Опять, соответственно, вытаскиваете шлейф, опять вытаскиваете питание, вставляете все обратно, и у вас все начинает работать. Вот, что еще хотелось мне вам сказать. А, вспомнил. Соответственно, если ваша консоль плохо читает диски, начала плохо читать диски, точнее, вот эта лазерная платформа, вот этот замечательный лазер плохо начали читать диски, а как это выражается? Либо консоль стартует не с первого раза, да, вас выбрасывает в меню, либо видео, соответственно, в заставках в играх, вы видите, что видео подтормаживает. Все это первые признаки того, что лазер у вас работает некорректно. Чтобы эту проблему поправить, не спешите хоронить свой лазер. Все поправимо. Вот здесь вот, обратите внимание, есть такой болтик. Вот он маленький. Соответственно, это так называемый регулятор мощности вот этого замечательного лазера. Вы можете его аккуратненько, не крутите сильно, вообще самую малость, буквально на, там, не знаю, четверть оборота, буквально вот так вот аккуратненько крутанули вперед, лазер усилился. Посмотрели, как у вас, соответственно, игра работает. Тормозят ли заставки или нет. Чувствуете, что там, например, диск начинает сильно крутиться, да, и как бы какие-то игровые моменты пропускаются. Значит, вы перекрутили лазер, да, надо открутить немножко назад будет, буквально чуть-чуть, сильно не крутите, потому что перекрутите, потом лазер вообще не настроите. Вот, этот момент вам позволит починить, казалось бы, уже умирающий лазер. Так, консоль ставим, липучка уже сюда не приклеится, мы уже консоль снимали. Ставим, соответственно, верхний кожух обратно. Все, он стоит. Закручиваем наши болты. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами собрали консоль обратно. Значит, вы сами все видели. Консоль очень просто разбирается. Какая-то первоначальная починка различных элементов тоже элементарная. Я вам показал. Крышка у вас, повторюсь, если не закрывается, да, вы нажимаете, она у вас обратно отходит. Дело, скорее всего, в грязной кнопке. Аккуратно ее сняли, почистили. Проблем никаких нет. Лазер, соответственно, тоже довольно просто можно восстановить. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, отличного сегодня дня и удачи!